Приветствую всех поклонников спорта номер один. Приглашаем вас на Астраханский стадион Центральный. Здесь сегодня, обещаю, будет очень жарко. Ну и даже дело не в погоде, все-таки даже в Астрахани конец октября – это осень. А дело в том, что здесь состоится принципиальнейшее южное дерби. Волгарь принимает Владикавказскую Аланию. Да, как обычно, предматчевые активности организовал Астраханский клуб. Все очень тихо, дружелюбно. Ну и тоже, что радует, все-таки эта принципиальность дерби, она и остается внутри стадиона. В Алании играет по схеме, ну что-то типа 4-1-4-1, ярко выраженным опорником, наверное, будет Заур Тарба. Здесь может быть опасный момент, есть момент для удара, продирается здесь сквозь чистокол удар и рядом со штангой Курциев этот удар наносил. Ну вот так, в самом начале Алания создал очень неприятный момент. Снова Алан Чувачев. То ли подача, то ли удар. Олег Смирнов, Шайхиддинов. Ну и куда подальше. За боковую выносит мяч. 42-й номер. Тоже такой яркий момент. Крутит, вертит. Передача Чуачев. Тоже ложный замах. Алан Чуачев. Удар в дальний угол. И вот это было прям-таки очень и очень остро. Николай Георгобиани. Закрутили карусель. Владикавказские футболисты. Чочев на замахе ушел от Кленкина, от Ушатова. И сделал полуудар, полупрострел. Его упускает Натабашвили. Ошибается снова Натабашвили. За это можно наказать. И 1-0. Данил Кленкин. Второй гол Кленкина за Волгарь. 34-я минута. Ну, конечно, это выражается сленгом привоз вот этого молодого человека. Попадает в Кленкина. Кленкин подработал и в дальний угол. Но победа у волгаряна помнит только лишь одна. Вот сейчас еще один момент. Споткнулся Сухорученко. Лесников. Выход 1-1 и 2-0. Не становится счет. Не становится счет. 2-0. Натабашвили реабилитируется, я думаю, в глазах своих партнеров, болельщиков. Константин Плиев здесь руками разводит. Шахидинов. Кленкин. Высокий навес. Здесь набегает Лесников. Удар по воротам. И мяч сколыхнул сетку с внешней стороны. Это Денис Ткачук пробивал. И Волгарь и Алания, как раз, лидируют по этому показателю. Царукян входит в штрафную. Уходит лицевой. Прострел. Добивание. И Шахидинов. Шахидинов стоит на пути этого удара. Благодарит его Олег Смирнов. Ну вот здесь такой вот бартер со стороны астраханских болельщиков предлагается. Алания будет вводить из боковой. Тут уже практически всем составом. И те, и другие. Штрафной удар по воротам. И Олег Смирнов вытаскивает мяч после удара. Ислама Машукова не стал рисковать Олег, фиксировать его в руках и просто перевел на угловой. Но надо поторопиться волгавказцам. Сенсация близко, господа. И она состоялась. Волгарь одерживает победу над лидером первенства. Я вам говорил, что не играет роли турнирное положение в этом матче.